Сейчас в городе в целом стартовала массовая такая уборка, и все общественные организации, все предприятия выходят. Вчера уборку вот команда Череповца участвовала, а сегодня традиционно все управления, комитеты, отделы, мэрии вышли тоже на уборку. Ну, в этом году у нас изменился непосредственно территория, где мы убираем. Мы решили, что один из самых посещаемых уголков нашего города – это парк Ленинского комсомола. Конечно, здесь бы, наверное, справились и без нас, но вместе с тем гораздо приятнее будет и комфортнее, когда уже сейчас, вот в конце апреля, начале мая, этот красивый наш парк будет чистый, убранный от старой листвы прежде всего. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня поможем. Нам выделили вот этот участок около грин-площадки называется. Фронт работ большой, потому что очень много слежавшихся листьев. В принципе, еще пока сыро, но можно справиться. Еще мы участвуем каждый год, почти что у нас почти что весь коллектив, у нас по несколько, по половине отдела мы приходим, и очень нам нравится. Мы с большим удовольствием всегда принимаем участие в управлении административных отношений в проводимых субботниках. Традиционно это весна и осень, да, поэтому сегодня весь коллектив наш с огромным энтузиазмом вышел убирать парк Ленинского комсомола в преддверии всех майских праздников. Настроение очень хорошее, да, такое боевое, я бы даже сказал. Очень рады. Весеннее настроение. Практически, да, сегодня работники культуры у нас здесь, работники управления культуры. Вот в этом сквере, наравне с муниципальными служащими, мы сегодня приводим в порядок свой сквер. Убираем сухие ветки, убираем мусор, чтобы горожанам было приятнее отдыхать, приятнее посещать этот сквер, потому что этот сквер – одно из любимых мест отдыха горожан.